прозрачный шар пластиковый, 7,8 сантиметра, тоже очень классный, посмотрите, как сделан. Подвеска 12,5 сантиметров, красная с золотом, 34 рубля. Такие колокольчики, 6 штук, по 4 сантиметра, 81 рубль. Вот еще огромный набор на маленькую елочку, посмотрите, какие красивые оригинальные цвета. Олень в ботинках, ой, классный какой. На носике вот такие рога, олень эффектно смотрится. Теперь по 21 рублю давайте посмотрим, какие есть подвески. Такая елочка, не очень качественно, вот видите, как пуговки сползли у него, у бедолаги, штаны размазались. Интересный тоже вариант пластикового шара, 57 рублей. Такие же, как я вам показывала, только еще большего размера. Тоже есть глянцевые, матовые и с блестками, с блестящим покрытием. За 85 рублей вариант пластикового шарика. Такой красный с белыми звездочками и золотом. И белый с красными звездочками и золотом. Прозрачный шар пластиковый, 7,8 сантиметра. Тоже очень классный. Посмотрите, как сделан. Внутри такие шарики. И сверху украшено как будто бы напылением из снега и звездочек блестящих. Веревочка красивая. Деревянный держатель, поэтому я думаю, что такая будет тоже эффектно выглядеть на елочке. Действительно красиво сделано, аккуратненько, поэтому присмотритесь к вот такому варианту. Следующие шарики красные, 5 сантиметров, 8 штук за 90 рублей. Вот целых 8 шариков тоже будут в наборе, и блестящие, и матовые, и глянцевые. И также в наборе идут ниточки золотые, чтобы вешать шарики. По 66 рублей набор шариков по 3 сантиметра, 10 штучек тоже. Матовые, глянцевые, блестящие на маленькую елочку. Отличный вариант. Подвеска. Шарик и удлиненный такой вариант игрушки еще подвески за 62 рубля. Вот как сосулька. Есть в красном и золотом варианте. И также вот шарик еще. Тоже в красном и золотом варианте. Видите, как сделан? Интересно. Вот такая еще подвеска продолговатая за 66 рублей, 8 сантиметров. Блестит, переливается, но поскольку это пенопласт, качество не очень. Посмотрите, все торчит, но я бы брать не стала. И плюс, если кусочек отколется, то все, будет внутри прям виден пенопласт, и игрушечку придется выкинуть. Еще вот такой колокольчик есть. Я думаю, что это либо для уличных украшений, либо для того, чтобы делать какие-то подделки. Вот видите, колокольчик еще есть. Подвеска 12,5 сантиметров. Красная с золотом. 34 рубля. Это пластик. Цена очень дешевая, низкая. И при этом игрушечка сделана вполне себе сносно. Конечно, не на елку, но видите, здесь прям ляпы есть, конечно. Стыки видны. Но если для украшения и декора новогоднего, то как раз по отличной цене хороший вариант. Подвески 3D, цветные, 27 рублей. Конечно же, за такую цену это все пластик. Есть вот такие колокольчики в блестках с напылением, матовые елочки красные, вот такие сердечки матовые красные, блестящие глянцевые колокольчики. Ну, в общем, есть что посмотреть, так что здесь большой выбор и всего 27 рублей. И по 17 пластиковые красные шары, 6 сантиметров, но я бы их назвала даже бордовыми. Вот такие есть матовые и глянцевые. Но, ребята, опять-таки, конечно же, стыки будут видны, поэтому, ну, только для декора на елку. Я думаю, вряд ли кто-то будет вешать такие шарики. Но, в принципе, смотрятся хорошо, как для украшения. Вот такие еще по 119, 10 штук, 6 сантиметров. Красные и золотые. Есть глянцевые с блестящим напылением. Матовых нет, только глянцевые с блестящим напылением. Так, это все они. Вот их сколько здесь, огромное количество. На всех хватит. И также вот такие колокольчики, 6 штук, по 4 сантиметра, 81 рубль. Здесь есть вариант матовый и глянцевый за 6 штучек. Они очень хорошо звенят. Ну и как за 6 штук, еще и с веревочкой, по-моему, хорошая цена. 81 рубль. Обратите внимание.
Вот еще огромный набор на маленькую елочку. Посмотрите, какие красивые оригинальные цвета. 348 рублей 49 штук. Здесь голубой, белый с блестящим напылением, красный, также золотой матовый, золотой блестящий. Ну, в общем, хороший выбор. Такой наборчик. Украшение фигурка ежика. Ежик, кстати, с настоящими волосиками мягкими, а сам он керамический и держит грибочек. Милый ежик, 252 рубля. Вот такие новогодние украшалки. 206 рублей. Все, которые я сейчас буду вам показывать. Есть разные варианты. Это керамика, хорошо проработана, ну, прорисована. Вот такой снеговик с подарочками. Олень в ботинках. Ой, классный какой. Олень очень мило смотрится в свитере с шарфом. И вот такой Дедушка Мороз с колокольчиком в кафтане. Посмотрите, какой деловой. Сапоги хорошо так сделаны. Все хорошо проработано. Игрушечки хорошие. По 206 рублей. Подвеска блестки 6 сантиметров. Елочки в красном цвете. Я думаю, они есть во всех цветах. В синих цветах мы также видели все то же самое, по сути дела. Они все по 27 рублей. То есть есть елочка, олень тоже весь в блестках. Но, честно говоря, качество, конечно, не фонтан. Видите, как все это уже облазит. Не знаю, может быть, дома еще дополнительно запылить или для каких-то, для декора использовать. Но вообще выглядят они очень эффектно. Видите, как блестят, переливаются. Но их придется как-то либо доделать, либо что-то, потому что они все чуть-чуть уже поцарапаны. Также еще ангелок по 27. Смотрите, как красиво смотрится. Одинаковые ангелы? Да, одинаковые. По 24 вот такие подвесочки. Звезда. Еще оригинально вот тут вот сердечко сделано. Но качество, видите, какое? Кое-как все сделано, если честно говорить. И вот такие же колокольчики по 24. Тоже все поцарапанные, так что даже не знаю. Ну, для декора отлично подойдет. На улице, например. И вот такой олень. Олень очень... Вот олень лучше всех сделан в плане того, что... Ну, само исполнение, вот посмотрите, здесь сердечко у него на носике, вот такие рога. Олень эффектно смотрится. Вот оленя бы я прям взяла. И снежинки по 22 рубля. Вот такие чуть-чуть объемненькие, хорошо переливаются. Вот такой еще есть вариант снежинки. Вот. Тут можно выбирать, видите, с вот таким орнаментом. И еще вот такие, чуть поменьше, но цена у всех одинаковая, по 22 рубля. 25 рублей бантики. Красненькие бантики. Вот все в узорах. Они сделаны как 3D. Видите, чуть-чуть объемные. Там выглядит очень красиво. Подвеска вот такая еще по 25. В виде елочки. Сверху с бантиком. И еще вот такой вариант звездочки. Она как будто в каких-то стразинках сделана. За счет того, что сама звезда была вот объемная. И после напыления получается как будто звездочка в стразиках. Поэтому блестит она очень хорошо. Теперь по 21 рублю давайте посмотрим, какие есть подвески. Такая елочка, звездочка, ангелочек. Вот этот ангел вообще такое классическое исполнение ангелочка. Обратите внимание. Да, и это такой же уже ангелок. Все, это с подвесками. Следующая подвеска — щелкунчик. Стеклянная, что ли, она стоит 101 рубль, поэтому, скорее всего, стекло, я так думаю. Хотя, может, и нет. Нет, пластмасса, нет. Да? Пластмасса, да. Угу. В этом году тема щелкунчика очень популярна, поэтому вот есть красный щелкунчик. Но, опять-таки, я считаю, что проработан он не очень качественно. Вот видите, как пуговки сползли у него, у бедолаги. Штаны размазались. Ну, вот как-то так. Вот даже на лицо посмотрите, видите. На скорую руку сделан. Да. Вот, вот этот посимпатичней прорисован, беленький, смотрите. Ну, можно найти, выбрать какой-то, который более или менее. Вот если лицо прорисовано, так у него пуговица лишняя. Ну, в общем, вот такие. Это, ну, вот это по 101. Штука, да? Подвеска пайетки. Она двигается, да, здесь пайетки двигаются? Да. Можно сделать черную елку. Классно. Да. 115 рублей такие так подвесочки с пайетками. Она из поролона. Очень интересно. Вон тут даже видно, вон торчит поролон. Да. А это какие варианты есть? Есть вот такая. Елочка. Варежка. Варежка. Можно с одной стороны такую сделать, с другой такую. Ну да, да, вот так интересно носок будет. Носок. Сапожок, носок. Носкосапог.
И звездочка. Да, тоже, видишь, можно так сделать. А вон там еще кто-то. Че? Коняка. Коняка. Коник. Коник. Ой, он самый прикольный. Посмотри, как аккуратно сделан, прошит. Ну и ему черный цвет нормально. Да. Ну, типа вороной. Ну да. А тут получается, ну, типа, черное, все такое, как-то так. Если бы они сделали белое с красным, мне кажется, было бы лучше. Вот напишите праздничный. В комментариях, как вам кажется, как красивее, черное с красным или белое с красным. Ну вот нам я кажется, что белое с красным вот, было вот бы особенно классно. Ангел. Черный ангел. Да, получилось. Ну, странновато, да, согласна. Но если красной стороной оставить, то выглядит красиво. Это странный. Да, все они по 115. Ну вот, смотри. Видишь, блестящее, вот так бы сделали. О, да, вот это красота. 137 рублей, шапка и перчатка.